огород, что нужно с собой мне взять? Лопату и ведро, и грабли для того, чтоб за землей ухаживать. Огород копай, вай-вай-вай, семена бросай, вай-вай-вай, засыпай, поливай, скоро будет урожай, морковь с капустой собирай. Еду в огород, возьму с собой своих друзей. Нас много ждет работ, не будет огород расти без помощи моей. Огород скопай, вай-вай-вай, семена бросай, вай-вай-вай, засыпай, поливай, скоро будет урожай, морковь с капустой собирай. Огород скопай, вай-вай-вай, семена бросай, вай-вай-вай, засыпай, поливай, скоро будет урожай, морковь с капустой собирай, морковь с капустой собирай. Кафе на дереве. Привет! Добро пожаловать в кафе на дереве. И у нас в гостях суперкрылья. Нам сказали, у вас готовят очень вкусный малиновый рулет. С ягодами и маком. Это правда. Записываю 3 порции рулета. А мы с тобой начинаем готовить. Тесто, малиновый джем и ягоды. Смотри, как их много. Насыпем самых разных. Как аппетитно выглядит! Ягоды на месте. Маш, не забудь про мак. Точно! Заворачиваем рулет и ставим его в духовку. Через 5 минут все будет готово. Что там за звук такой? Машины, гонки. Мэтр, не толкайся! Каждый прыгнет с трамплина! Ух ты! Это же тачки! Филмор, Мэтр и Маккуин! Привет! Сейчас я вам покажу супер-трюк! Готов! Давай ему поможем! 3, 2, 1... Молодец, Маккуин! Спасибо! А чем это так вкусно пахнет? Наверное, ягодным рулетом. Пойдем в кафе. Как вкусно пахнет! Наш рулет нужно порезать. Федя, сколько было порций малинового рулета? 3. Поняла. 1.
два и три. Для Джета, для Дизи и для Донни. Вкусно! А вы хотите попробовать? Да, очень! И еще что-нибудь попить, пожалуйста. Угощайтесь! Федя, а какой у нас сегодня коктейль дня? Юный гонщик. Только для машинок. Три порции. Мне понадобится машинное масло. Целая бутылка. Игрушечное горючее. И авиационное топливо. Новый коктейль я подам в таких высоких стаканах. Только достаточно. Игрушечное топливо. И последний ингредиент. Смотри, какие большие пузыри! Перемешиваю. Коктейль готов! Машинки, подъезжайте! Федя, не забудь трубочки! Точно! Маквин, Мэттер, Филмор. Как вкусно! Можно нам счет, пожалуйста? Конечно! Три порции рулета. По 10 копенаков. 10 плюс 10 плюс 10. С вас 30 копенаков. 10 и 10. И 5 на чай. Спасибо. До свидания. Счастливо. Прилетайте снова. А ты? Приходи в наше кафе на дереве в следующий раз. Приготовим еще что-нибудь вкусненькое. Пока!